Станция «Белорусская» московского метрополитена открыта 30 января 1952 года в составе участка «Курская-Белорусская». Пилонная трехсводчатая станция глубокого заложения с одной островной платформой, связана пересадкой со станции «Белорусская» на Замоскворецкой линии. Первой станцией метро Белорусского вокзала стала станция «Белорусская» Замоскворецкой линии, открытая в 1938 году в составе второй очереди метрополитена. Кольцевая линия не входила в первоначальные планы московского метрополитена. Вместо нее должны были быть построены диаметральные линии с пересадками в центре города. Первый проект кольцевой линии был разработан в 1934 году. В нем планировалось построить эту линию под Садовым кольцом с 17 станциями. В проекте 1938 года линию планировалось построить значительно дальше от центра, чем построили впоследствии. Планировались такие станции, как Усачевская, Калужская застава, Серпуховская застава, завод имени Сталина, Остапова, завод «Серп и молот», Лефортово, Спартаковская, Красносельская, Ржевский вокзал, Савеловский вокзал, Динамо, Краснопресненская застава, Киевская. В 1941 году проект кольцевой линии изменился. Теперь ее планировали построить ближе к центру. В 1943 году было принято решение о внеочередном строительстве кольцевой линии по нынешней трассе с целью разгрузки центрального пересадочного узла, охотный ряд площадь Свердлова, площадь Революции. Кольцевая линия стала четвертой очередью строительства. В 1947 году планировалось открыть линию четырьмя участками. Центральный парк культуры отдыха Курская, Курская-Комсомольская, Комсомольская-Белорусская, который затем был объединен со вторым участком, и Белорусская Центральный парк культуры отдыха. Первый участок парк культуры Курская был открыт 1 января 1950 года. Второй Курская-Белорусская 30 января 1952 года и третий Белорусский парк культуры, замыкающий линию в кольцо, 14 марта 1954 года. Переход на Замоскворецкую линию открылся сразу же после открытия станции. В 1994 году была проведена реконструкция станции, в ходе которой красивый мозаичный пол был заменен на гранитный с упрощенным рисунком. До 1997 года у станции был один вестибюль западный. Восточный вестибюль был открыт 25 августа 1997 года на Лесной улице. 5 февраля 2001 года в 18 часов 45 минут по московскому времени на станции произошел взрыв. Бомба была заложена под мраморную скамью, расположенную на платформе. Благодаря большому весу скамьи, которая смягчила удар, последствия взрыва были не очень большими. В период с 29 мая по 10 декабря 2010 года переход на кольцевую линию был закрыт. Проводились ремонтные работы и замена эскалаторов. К открытию перехода были выпущены памятные билеты –